Почему Владимир Ульянов стал Лениным? Поскольку Ульянов был подпольным революционером, он имел около 150 различных псевдонимов. Однако самым известным из них стал Ленин. По одной из версий, Ульянов взял прозвище в честь реки Лены. В этом не было ничего необычного. К примеру, у одного из основателей РСДРП Георгия Плеханова одним из псевдонимов был Волгин. Однако более вероятная версия гласит, что псевдоним Ленин появился у Ульянова в 1900 году. Тогда после ссылки он готовился выехать за рубеж. Но для этого ему было необходимо получить паспорт кого-то с более чистой историей. Для этой цели экономист Сергей Николаевич Ленин предложил паспорт своего отца. Им был статский советник из Ярославской губернии Николай Ленин. Итак, уже в декабре 1901 года Владимир Ульянов в журнале «Заря» опубликовал первые 4 главы статьи «Аграрный вопрос» и «Критики Маркса», впервые применив в качестве подписи псевдоним Н. Ленин.